готов хлебушек слоеный. Слоеный хлеб. Вкусно. Очень вкусно. Ой, кричу. Всем привет. Сегодня буду готовить слоеный хлеб. Стакан кефира. Чайная ложка соды. Чайная ложка соли. Чайная ложка сахара. Чуть-чуть постоял кефир. Вот он начинает так пузыриться. Буквально минуту-две. Отправляю сюда муку. По очереди. От 2,5 до 3 стаканов муки. Сначала положу 2,5. Муку беру стакан без горки. Пол стаканчика. И замешиваю окончательно тесто. Бывает кефир такой водянистый, там может и 3 уйти. Но когда такой он плотный, то 2,5 вполне достаточно. Смешала все ингредиенты. 2,5 стакана муки для моего вот такого густого кефира вполне достаточно. Складываю в пакет и даю полежать минут 15. Лежало тесто в пакете. Теперь домешиваю, чтобы стало однородным. Присыпаю стол мукой и раскатываю тонкий блинчик. Катала овал, насколько мне позволил стол, длиной. 150 грамм сливочного масла размазываю по тесту. А теперь сворачиваю с меньшей стороны, сворачиваю колбаску. Режу на 4 части теста и складываю. Скатала, выкладываю на противень, желток. Вот эта крошка, которая осталась с маслом на столе, прямо скребком снимаю и вот этой крошкой присыпаю вверх хлеба. Отправляю хлебушек в разогретую духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. До румяной корочки. Так, хлеб запекаю, получается минут 20, не больше. Потому что быстро пропекается, не надо пересушивать. Остужаю. Готов хлебушек слоеный. Слоеный хлеб. Вкусно. Очень вкусно. Ой, кричу. Надо снимать с противня и выкладывать на решетку, чтобы оставался хрустящим.